прозрачное я привез с собой. Это несколько напряжно, имея в виду, что ну тяжеловато, Ганс. Напряжно в этом смысле. Ну плюс еще один такой небольшой момент. Ведь это все громадье. Я должен как-то погрузить в машину на глазах у огромного количества людей в городе Климовске. Во как! И никуда не деться. Вокруг снующие занятые деловые люди. И тут я со своими котомками, ведрами, рюкзаками, сумками, щупами, топорами, наискателями. Сную тынын. А жратвы сколько загружено здесь. Ой, мама, не горюй. Конфетка называется лимончики. Незаменимый атрибут нашего бытия. Бывая в магазинах, мы всегда покупаем лимончики. Еще есть конфетки, такие же карамельки. Мечта. Будем ставить палатку. Надо ее еще суметь достать. Она в самом заду, а дверь не открывается. Задняя. Ну а теперь поставим палаточку. Камеру выключать.